Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа Казахстана. Глава государства принял участие в праздничном концерте, который прошел на площади перед монументом Казах-Ели. Президент отметил, что на прошедших выборах жители страны показали свою мощь и единство всему миру. Благодаря сплоченности и стабильности Казахстан добился больших успехов. И чтобы выполнить задачи, стоящие перед страной, необходимо сохранить наше единство. Президент Казахстана также выразил благодарность всему народу за оказанное доверие и поддержку. В завершение Нурсултан Назарбаев пожелал казахстанцам благополучия, счастья и успехов. Я хочу от души сегодня поздравить с праздником, Днем единства нашей страны. Я говорил о больших задачах, которые стоят перед нами. Чтобы их выполнить, нам нужно сохранить единство. Я всем хочу сказать огромное спасибо. Служить такому народу – великая честь. Я предан этой работе. Все буду делать, чтобы Казахстан двигался вперед, народу жилось все лучше, нас, чтобы в мире уважали, и чтобы мы все свои задачи, стоящие перед нами, выполнили и сказали, что мы выполнили свой долг перед страной, перед будущим поколением. Поздравляю с праздником! Благополучия в каждом доме! Счастья! Успехов! Всего самого доброго! На главной столичной площади установили сцену, где выступали артисты. Здесь же развернулся этноаул. Национальные традиции продемонстрировали этнокультурные объединения. Я от всей души поздравляю всех с нашим сегодняшним праздником. У нас очень дружный народ. В Казахстане живут очень много национальностей. И мы очень рады, что мы дружны между собой, что наши дети растут в такой дружной атмосфере. Мы очень благодарны своему президенту, что он нас всех сплотил. И я от всей души поздравляю всех с нашим сегодняшним праздником. Если мы будем дружны, если мы будем вместе, если будет мир в нашей стране, мы обязательно достигнем ту высоту, которая намечена нашим Елбасом. Счастья вам, радости, казахстанцы, мирного неба, созидания. И дай Бог нам быть в числе 30 самых сильнейших государств мира.